можем наблюдать прекрасную футбольную игру от участников президентских состязаний. Сегодня нас ждет 22 игры от городских классов команд. В мини-футболе правила те же, что действуют и на большом поле, только игроков в командах по 5, а тайм длится 15 минут. Смеловцам хватает и этого времени, чтобы показать сопернику свои намерения на победу. За ходом игры следят их старшие товарищи, судьи всероссийского уровня. Футбольный арбитр Виталий Наумов отметил хорошую подготовку юных спортсменов. Матчи очень интересные, потому что ребята примерно все одинаково по уровню игры. Состязания очень интересны тем, что они, как бы эти вся команда, участвуют во всех видах спорта. Поэтому понятно, что здесь так великих футболистов нету, но ребята стараются, играют как могут. Я бы посоветовал удачной игры и хорошей борьбы. В мини-футбол юноши играют по олимпийской системе, суть которой заключается в том, что команда выбывает после поражения в матче. По словам участников соревнований, матчи проходят в борьбе за победу до последней секунды. Впечатлений масса. Готовились мы очень долго. Было очень прикольно. Слушаем тренером. Море впечатлений, море эмоций, потому что мы смогли выиграть. И когда мы летели 0-1, и в итоге, закомбэчили, выиграли 2-1. Было очень тяжело, потому что... Очень тяжкий труд, очень длительный. Потому что было очень много тренировок. Здесь, на соревнованиях, мы выступили по максимуму, выложились по полной, и надеемся, что... Пойдемся дальше. Да. Что ждешь от президентских состязаний? Какой там главный приезд? Поездка в Грецию, да? Вот жду поездку в Грецию.